Так, многие спрашивают, как поилку делать. Вот из таких баночек. Вот это даже хуже баночка. А вот это удлиненная лучше. И вот ее взяли, помыли пассатижами. Сдавили вот эти острые края. Чтобы кролики не могли пораниться. Вот. Сюда. Потом вот такие саморезы с большими головками. Чтобы они могли притянуть вот так вот. Можно и обычно, конечно, вот такие саморезы. Это, в принципе, и так я делал, все нормально. Длиннее надо саморезочка. Этот, наверное, не хватит сюда. Ага. Потом сюда уже можно бутылочку. Вот такую бутылку. В верхней части отступаем сантиметр. И можем просверлить здесь отверстие. Можем 1 сантиметр отступить, 1,5 сантиметра, но не выше, чем вот это самое. Баночка. Но я здесь уже просверлил, поэтому я все, наливаю воду, переворачиваем. И все. Воду я сегодня пока не буду наливать, потому что в этой клетке никого нет пока. И все, вот. И по мере выпивание, вода постепенно будет туда литься. После того, как бутылка пустая, проволок только приподнял кверху, и все, опять наливаю. Сейчас зима, поэтому я воду наливать не буду, я лед даю в зимнее время.